что построение отношений, счастливых отношений, это наука. Ну, я это сказал. Нет. Я вам рассказал историю о том, что мужчина все может понять. Если вы сделали вывод, что надо бить мужа, чтобы он летал, и я вам сочувствую. Ну, вы как-то все, что я как бы рассказывал, как-то сведите в общую концепцию. Ну, я же до этого много чего говорил. Все, что я говорю, оно между собой что? Стыкуется. Знаете, не получится вырывать какой-то маленький кусочек. Знаете, как однажды один мулла пришел к некому правоверному мусульманину и говорит: слышишь, брат, ну ты так себя ведешь вообще, ты бухаешь постоянно, ты по бабам таскаешься, ты куришь какую-то дрянь, жрешь что-то запрещенное, все же закончится очень печально, не нужно делать. Я все делаю по священным писаниям. Как написано в Коране, я выполняю все, что... Он: так где это? Как? Покажи мне, где? Он говорит: вот, смотри. И показывает ему стих там из Корана какой-то там или откуда-то. Там написано: ешь, пей, веселись, гуляй. Он говорит: так это ж только первая строчка, а вторая написана: и ты навсегда поселишься в аду. Он говорит: ну не знаю, нельзя следовать всем предписаниям Корана. Я только маленьким кусочком, понимаете. Из моих лекций можно нарезать слова, да, и там будет так: если вы мне не передадите $1 000 000, я убью всю вашу семью. Вот можно нарезать, и прямо будет звучать. Поэтому, если маленький кусочек, он должен что? Гармонировать со всем остальным. Вы услышали?